Да, мне сделала. Пленку я не люблю. Смотри. Нет? Никакой пленки нет. Я процедила. Заранее сделала. Все, все, много мне не надо кофе. Одна ложка сверху достаточно. Думаю, скипячу заранее. Сахар клади себе. Не, он сладкий, я не буду. Я зефир хочу. Это зефир. Я его привозила с Киева и маме принесла, и в итоге я у нее сама все съела. Что? А вот эти штуки, вот эти крылышки, чтобы в морозильник не клала, сразу же их делаешь. Что? Открывай вон то, по-моему. Вон то, мам. Там кальций. А, тут надо это сделать. А, вот этот кальций я заказываю. А что так много? Мне не надо. Мама, не надо тебе много. Это вы не только. Половину себе соберите. Вот, одну тебе. Вот такой кальций я заказываю. Кальций. Одну маме, одну тебе, одну мне. То зачем это самое мне ты все даешь? Я тебе, я просто показываю людям, что такой кальций я заказывал. Это одну тебе, одну мне. 450 гривен, потом отдашь. Хорошо. Я тебе серьезно говорю? Ты сказала, должна была дать. А, 500 гривен. Да. 500 гривен тогда. Или ты хочешь... Видишь, как мама быстро считает деньги. Я... А как же? Я ей вчера сказала. Я счет знаю. Она говорит, дал бабушке, она говорит, 450. Я забыла. Я забыла. Я все равно тебе даю на лекарство. Какая разница? Ой, мама родственник. Я специально так сказала, чтобы ты знала, что это лекарство не дешевое, чтобы ты их пила. Чтобы ты их пила. Их надо пить. Это не тебе, это мне. Чтобы ты их пила, потому что пропускать эти курсы нельзя. Ты слышала, мам? Да. Их надо пить. Пропускай. Да, а Рай 500 гривен я вчера тебе хорошо дал, и я забыла что-то взять их. Спечь. То тогда я тебе не приношу эти деньги, тогда уже не, то же не самое. Не, да. Не надо. Ой. Араик и Сержик бабушку этот, ну, благодаря Араику и Сержику, ну, и Сержику и Араику, благодаря, можно себя спокойно сейчас чувствовать. Да. Приятно, когда... Ну, ты уже поставил детей на ноги и пользуешься их плодами. Сержик. Сержик себе хотел позвонить. Ты меня так опередимо подорила, что уже. Сержик? Ну, меня опередимо. Боже, я ничего такого не сказала. Я, короче, сказала, мы тут с Сержиком обсуждали с бабушкой. Я выпустила сторис. Сержик там... Какое мнение бабушка обо мне? А что, кушает? У Люды. Все оставляет. Я говорю, нет. Продукты дорогие. Я после тебя выбрасывать не буду. Доедай. 3 штучки картошечки. Я отварила себе мундира картошку и сделала ей так с луком, с растительным. Подруги своей. С перцем. Да. Я бы нет, это я выбрасываю с него. Деньги стоят. Доедай без хлеба. Представляешь, она это картину эту? Меня Верка, когда приходит, все доедает. А она вечером оставляет. А Верка это другая подруга. Да. Да. А мы зашли. Ты мне кофе делаешь потом? Я уже тебе молоко вскипятила, сейчас я вытащу и подогрею. Без пленки, пожалуйста, без сливки. Попробуй вот эту ложку, аккуратно вот так. Я ее немножко подточила. Это мельхиоровая ложка, очень красивая мамина. Тяжелая. А это что такое? Мама, это что такое? Зефир твой. Ой, мама мне и зефир подготовила, надо же. Конечно. Все как в лучших... Мам, иди в рюкзаке там возьми, там этот, не ряженка, а вот эта вода. Я ряженку взяла. Не ряженка, я тоже ряженку взяла. Ты поставила мне, нет, я ее положила в холодильник. Забыла, когда от молока сыворотка там. А. Я тебе буряк... Бери пробу, я не знаю. Ой, ай-яй-яй-яй. Мешай, бери. Нет. Ты, мама, вкусная рай. А зачем ты дала хлеб этот Араику? Ну, бабушке хлеб надо доесть. Мам, дай ему свой хлеб. Ты это оставь себе. У меня нету своего, вы же забрали. Все, вытаскивай оттуда. Это тебе я принесла, мам. Нет, в сумке, не рюкзак. Перепутала. Там сумка. Я перепутала. Походи немножко. Походи. Забрали вещь. Может, выбросили мой хлеб? Мам, походи. Закончился, там в холодильнике остался. Может, выбросили мой хлеб. Ты сказала, не пеки, то я не пеку. Ну да, не пеки. Карина, что давать? Сумку желтую? Да, да. Что говорит, да? Немножко видела я какой-то. Все, все. Это там тебе возьми все. Это зачем столько? Это стаканчики оставь, тебе надо будет.
Верка сказала, не надо. Это реально. Это знаешь что? Она высаживает что? Это витамины я тебе принесла. А это в морозильник не клади. Это сразу же надо делать, оно с морозильника уже было пару месяцев. Так, тут витамины откроешь, кальций я тебе купила. Кальций или что там? Кальций, да. Я, Сержик обиделся, что мы с бабушкой обсуждали, Сержик, что он тратится много. Опять это слово. Ну, я хочу сказать, что Сержик же, он говорит, что я же, он переживал, что ты, типа, слышали, что 40 гривен на Алию дала. Просто не все знают, что у нас есть касса, когда мы уезжаем, Так я с твоих же денег дала. Да дело не в этом. Мы, когда уезжаем, мы оставляем бабушке кассу. Ты видела, я... Оставляем кассу, и она оттуда нам продукты покупает, и все. А Сержик имеет свои деньги, и нам дает, и всем дает, и на лечение дает. И он говорит, как это так, получается, что я не зарабатываю, взял на Алию деньги. А я говорю, ну не все же знают, но я же не рассказала, что у нас есть касса, где мы оставляем на продукты. Я экономлю всегда. И в эту кассу всегда и Сержик, и Араик скидывают деньги. Я 500 гривен тебе оставила, не трогала. Молодец. 218 гривен всего за 10 дней истратила. Ну, потому что у нас дома много чего было. Я же фрукты купила. Яблоки до сих пор есть. Такие вкусные яблоки. Мед. Мед просто. Араик яблоки я почти не ел. А ты что, Араик, доесть не можешь? Доем. Ну, хочешь мне доедать? Просто... А как так? Ты ел, и вот это столько осталось? Я просто, да. То без хлеба ешь. Без хлеба ешь? Зачем тебе? Вот хлеба много наедалось. Да, хлеба не надо много. Бери хлеб, не ешь. А Людка тоже хлеб не кушает. Ну, правильно делаешь. Я сегодня ее заставила... один кусочек тостовский покушать. Угу. Она говорит, я не наедаюсь. Я говорю, потому что ты без хлеба кушаешь. Не, ну я хлеб я не ем. Я все с хлебом ем. Я хлеб не ем. Мам, это новый хлеб. Вот посмотри, он аж пахнет как. Ну сейчас я не буду. Я поела вместе с ней, так что я не голодная. Потом. Нет, я ничего. Даже ряженку я ем с хлебом. Надо же. Я никогда ничего не ем без хлеба. Я хлеб люблю. Артур также любил хлеб. Я помню, чурек брали в Баку, чурек. Пока домой доходило, половину не было. Ой. Горячий берешь, да, и да. Такие бумажные эти кульки, ну берешь две-три штуки, да. Положим. И когда доходишь домой, уже одного нету, уже по дороге съедаешь. На, подержи сразу. Нет. Вот так на бабушке я хоть кофе попью, только на меня не оставляй. Доедай, Араик, без хлеба. Он доест. Это зефир последний, чтобы ты знал. Я думала, что нету зефира. А говорит, Араик, Азат говорит, он говорит, Аня тащит постоянно оттуда. Я говорю, как, я не знала, что там есть. Я говорю, что я спрятала, она нашла, доела. Она тоже любит зефир. Этот зефир очень мы вкусный. Все любим зефир. Не, но именно этот зефир. Да. А вот то, что продается, вот этот, я его не понимаю. Белый вот этот. Мокрый он какой-то. Белый, да. Это немножко другая текстура. Они просто не высушивают хорошо их. Никто, я бы купила бы. Теперь дала ему держать, а кушать как он будет? Почему он другой рукой будет держать? А я сегодня проснулась в 4 ночи и думаю, боже мой, вот опозорила меня перед ребенком. Ты что скажешь? Бабушка такого мнения обо мне. Ну что ты сказала? Сказала, что он не экономный и все. А кто там экономный сейчас, молодежь? Какая молодежь сейчас экономная, ради бога. Никто сейчас не экономит толком. Даже... Молодые не все такие. Это мы старые каждую копейку считаем, ага, подумаешь, брать это или не брать, а может можно обойтись. А молодые, конечно, не экономят. Сержик столько денег тратит на одежду, по 4, по 5 тысяч, одна одежда у него стоит. Ты что, я бы в жизни, ну я не могу такое. Это... Ну, в принципе, может он не женат, а когда люди не женаты, они тратят. Когда жена попадет такая, что будет в руках держать, скажет, не на друзей своих давай, а домой давай. Так он же на друзей не дает, Сержик. Ну, вообще, я к примеру говорю. Пример неудачный, я тебе скажу. Ну, ничего. Не друзей. Ну, ребята собирают. Хочу сказать, что когда уже жена есть, уже надо ей вещи покупать. Да. А молодые ребята хотят пиво выпить. И Сержик, никакая жена не будет в руках держать, я тебе заранее говорю. Ну. Никакая жена Сержика в руках, как ты показываешь, держать не будет. Да, Рай? Вообще, представляешь, чтобы Сержика в руках держали? Тяжело. Он кошка, которая лев, который ходит сам по себе. Смотря какая попадется. Какая бы ни попалась, мам. У него характер такой. Он будет уважать свою жену, все делать, но чтобы она им командовала, этого точно не будет. Я просто уверена. Все, давай, доедай. Я выключу пока. Мы пришли к маме. Мама,
Мама разрешила прийти. У него приемные часы с 2 часов. Че приемные? Я же выходная сегодня. Какой приемный? Какая выходная? Ты от чего выходная? Ни от чего. Вон стирку кинула. Человек пришел, покормила. Все. Не хотела деньги брать. Я говорю, ты что? Бери, даже разговор не может. А, это маме пришла, мамина подруга. Мама купила унитаз. Заранее купила унитаз. Садись, попробуй эту ложку. Недорого купила. Это только взрослые люди могут заранее купить унитаз. Это все запас. Запас. Унитаз в запасе. Арай, ты вообще представляешь себе такое? Бабушка купила унитаз. На всякий случай купила унитаз. Салатовый, так как... Салатовый, старый, советский. Ну, новый, знаешь? Новый. Думает, а вдруг? Не думайте, что старый. Ну, еще не хватало старый унитаз купить. Не, ну я назаду показала. У меня там не треснуто полностью, а просто треснуто немножко внизу. В любой момент буду бегать за такую цену. Что нельзя? Купила за 250? Да. Ну, за 250 гривен унитаз. Ничего. Она и то не хотела деньги. Я в наглую сунула в сумку. Ты меня кормишь. Я говорю, слушай, что ты за фокусами думаешь? Давай, ешь и иди. Вот. Ешь и иди. Ну, кофту дам, еле 2 кофты вперла. Тяжелые, говорю, да 200 грамм кофты вот эти две. 200 грамм, неужели ты тяжелее, наверное, с дому берешь? Я говорю, такие кофты хорошие, я не ношу, они маленькие на мне. Я уже поправилась, вот ты с возрастом поправляешь. А ты от чего поправилась? От хорошей жизни? Да. Сидишь, поправляешься? Это что? Конфеты, очень хорошие конфеты. Кстати, вот эти конфеты, где я покажу, они очень вкусные. Если будете... Ну, я просто... Вот этот труфель, очень вкусный труфель. Там с орехами? Нет. Они очень вкусные. А тут мелкий перемеленный орех. Перемеленный. Очень хорошие конфеты. Это те, что у вас около телевизора стояли, забрала, да? Это... Его, кстати, нет, там вам уже съели это. Это у меня 2 такие коробки. Я там чай пил. У меня 2 коробки. Нет, около телевизора не было. А за вчера купил вот эти конфеты. Он вчера купил. Или а сегодня. Я там, где около телевизора, чай пила с ними. И много съела наших конфет? Нет, штучки 2, наверное. 2. Как? Мне некогда было. У меня работа все время была. Ишь. Я сегодня твои вареники варила. Так, иди. Варила вареники. Угу. Какой цветочек красивый, мам. Какой? Вот этот, роза, что ли? 2 года назад Лена подарила, он цвел. А теперь что-то уже вытянулся и не цветет. Арайка, так и не купили горшок, нет? Мама, купим, это там нужен большой горшок, нужно купить в эпицентре. Потому что весной надо перестать. Это надо большой горшок. А там нету? Мама, это там небольшой, а засмотрел. А, засмотрел. Да.